Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться своим проектом. Буду заходить в режиме онлайн. Я еще не регистрировалась. Значит, такое вот у меня название. graods.com. Значит, высокий заработок 7% ежедневно. Бонус при регистрации дает 10 рублей. Почему я зашла в проект, решила зайти? Так как мой пригласитель сказал, что это проект от топ-админа. Возможно, он знаком с админом. Ребятки, не знаю. Вот. И заходила на крупную сумму, на 500 рублей. Ну, думаю, зайду. Раз дается работать этот админ. Тем более проекту 0 дней. Прошли первые выплаты. Пополнено резерв пользователей. Ну и вклад, естественно, бессрочный. Значит, опускаемся ниже. Последние 10 пополнений идут. И по 2 рубля пополняют. По 10. 300 рублей. Ну, кто насколько горазд. Ну, и, естественно, выплаты идут. Давайте пройдем регистрацию. Значит, прописываем логин, email, пароль. Зарегистрироваться. Вход по email. Значит, войти в аккаунт. Так, ну что, попали мы в кабинет. Дали нам бонус при регистрации 10 рублей. Значит, это идет у нас сразу реферальная ссылочка. И что у нас здесь? Это выход. Вклад пополнить. Выплатить. Рефералы. Настройки идем. Работает только с платежной системой Pair. Значит, прописываю кошелек сразу. Сохраняем реквизиты. Так. Значит, вклады. Вот у меня пошло капать моя монетка бонусная. Значит, если сдали бонус, можно вполне попробовать работать без вложений. Здесь буду собирать прибыль. В данном разделе вы можете собрать всю прибыль с майнинга. Прибыль идет на ваш баланс для вывода, после чего вы можете вывести заработанные средства. Также вы можете наблюдать вашу мощность, доход в час и в день. Значит, это за час идет, за 24 часа 70 копеек набегает. Но выплаты у меня еще по нулям. Так. Значит, давайте посмотрим вкладочку «Выплатить». Значит, что у нас здесь? Выплата на ПР. Так, обработка выплат автоматический. Минимум рубль 10 копеек. Кошелек я сохранила здесь уже. Здесь сумма будет. И завтра я запишу видео по выводу денежных средств. То, что он будет платить, я не сомневаюсь. Так, значит, далее, чтобы платить. Так, минималку я сказала, рубль 10. Так, пополнить. Так, что у нас здесь? Инструкция. Заходите в свой Payeer кошелек. Выбираем раздел «Перевести» в поле «Номер счета», «Имейл» и «Телефон». Вписываем. Ага.
Вот на этот номер нужно перевести денежные средства. Депозит. Выводим сумму пополнения. Вводим сумму пополнения. Поле сумма. Так, ясно. Так, ну что, я копирую вот этот номер. Перехожу на Pair. Прописываю сюда номер. Проверяем. Я без фанатизма. Ну, 50 рублей. Пусть будет. Раз топ админ. Будем зарабатывать. Так, рубли, рубли. Так, номер счета. Перевести. Окей. Все, перевод успешно выполнен. Иду в историю. Беру вот этот номер. Ой. Да, вот он номер. ID транзакции. Аккуратненько копирую. И вставляю. И кликаю вот на вкладочку «Пополнить». Так. Вклады. Так, значит, смотрите теперь. У меня что? За час 18 копеек. За 24 часа 4 рубля 20 копеек. И завтра я... Вот мой вклад. 50 рублей автоматически. Запишу видео по выводу. Так, значит, пополнить, выплатить. Я вам показала вкладочки рефералы. Находится, естественно, партнерская ссылочка. Ну и будут отображаться партнеры. Настройки я вам показала. Ну и выход. Смотрите сами, это инвестиции. Какой бы ни был топ-админ, это всегда риск. Не забывайте, любые инвестиции в интернет всегда связаны с риском. Я рискую своими деньгами. Я вам дала информацию, ну а вы же думайте сами. И можно попробовать на бонусные монеты. Я, к сожалению, проверить не могу. Заплатит он или не заплатит без вложений. Но, тем не менее, за 2 дня можно набрать минималку. Раза 24 часа идет 70 копеек. За 2 дня будет рубль 40. Можно попробовать вывести. Даст вывести? Замечательно. Не даст? Никто ничего не теряет. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.